Добрый вечер всем из Одессы. 8 февраля 2024 года. В районе 8 часов вечера поступила информация о том, что были пуски шахедов. Вот. На данный момент время 21:25. Пока что у нас все спокойно. Значит, есть информация, что порядком 5 групп летит. В каком направлении летят они, неизвестно. Вот. Но во всяком случае о том, что они где-то там пролетают в Николаевскую и Херсонскую области, пока что информация не поступала. Поэтому можно предположить такой вариант действий, что если действительно были пуски, если эти шахеды летят, то летят они над Черным морем в направлении как раз-таки Одессы, Одесской области. Вот. Но, как показывает практика, в последнее время атакуют именно вот Одессу и Одесский район. Если раньше очень часто, вот летом особенно, они летели морем на Измаил, туда на юг нашей области, то сейчас преимущественно атакуют город. И могу предположить, что все эти 5 групп, или не знаю, сколько их там точно, движутся на Одессу. Если это так, то примерно в районе 10 часов уже будет тревога, и будут они где-то уже рядом. Поэтому тревогу не игнорируем, на тревогу реагируем. Вчера были прилеты, вот поэтому как бы берегите себя и своих близких. Обязательно, если в случае объявления воздушной тревоги, проходите в укрытие, находитесь в безопасном месте. Всем мирного неба, до встречи, пока.